системы фильтрации и даже мойки воздуха. Действительно ли они эффективны в борьбе с пылью? Существует сразу несколько решений для очистки воздуха от пыли. Самое простое и доступное – мойка воздуха. Внутри установлены пластины, которые смачиваются в воде. Воздух проходит через мойку, а пыль оседает на этих пластинах. Данный агрегат имеет полный набор всех необходимых фильтров для полной очистки воздуха. Начиная с ультрафиолетовой лампы, которая обладает обеззараживающим действием. Далее идет фотокаталитический фильтр, разлагает сложные органические молекулы. Далее идет у нас угольный фильтр, который поглощает запахи. HEPA-фильтр, плазменная очистка воздуха. Он уничтожает все вирусы, бактерии, микробы, разлагает дым на составляющие. И последний фильтр – это фильтр грубой очистки, который задерживает крупную пыль, продлевая срок службы всех остальных фильтров. Время от времени промываем и меняем фильтры очистителя и следим за качеством воды. Климатические комплексы – это более сложное устройство. Оно и очищает, и увлажняет, и меняет температуру воздуха. Там и вода заливается, и стоит полный комплект фильтров. Она берет свежий воздух с улиц, нагревает его. Воздух сначала проходит через воду, увлажняется, дальше он проходит через фильтры, и нагретый, очищенный подает в помещение. Ну что ж, подведем итог. Главное в борьбе с домашней пылью – это регулярная сухая влажная уборка. Минимум 3 раза в неделю. Покупая пылесос, в первую очередь обращайте внимание на мощность всасывания. Она должна быть минимум 250 аэроватт. Наверное, самый практичный – контейнерный, мультициклонного типа. И фильтры менять не нужно, и мощность всасывания не теряется, даже когда забивается пылесборник. Ну и для профилактики не помешает мойка воздуха. Помните, у любой, даже самой сложной проблемы всегда есть простые решения. Если остались вопросы, пишите нам на адрес электронной почты в социальных сетях. Будем искать ответы вместе.